Приветствую, друзья! На связи Андрей Жариков. По традиции, в первое воскресенье декабря отмечается День сетевика – профессиональный праздник тех, кто связан с сетевым маркетингом и прямыми продажами. Декабрь – это последний месяц года. В декабре мы подводим итоги нашей деятельности за 2020 год. Для кого-то этот год был очень успешным, для кого-то не очень. Значит, можно поставить новые цели на 2021 год. В любом случае, нужно помнить, что сетевой маркетинг строится не на деньгах, а на отношениях между людьми. Компании приходят и уходят, а отношения остаются. Бизнес бизнесом, доход доходом, а нормальные человеческие отношения никто не отменял. Давайте об этом не забывать. А в заключении хочется процитировать барона Мюнхгаузена в исполнении Олега Янковского. «Умное лицо – еще не признак ума, господа. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица. Улыбайтесь, господа, улыбайтесь. С праздником, коллеги!» Global Star Club. Возможности безграничны.